Турнир по волейболу среди женских команд прошел в спортивном зале Белореченского индустриально-технологического техникума. Первое место в противоборстве завоевала команда Белореченского медицинского колледжа. Второе – команда Краснодарского кооперативного техникума. Третье оказалась команда техникума «Бизнес и право». Игры стали завершающими в спартакиаде среди студентов-первокурсников Белореченского района, которая велась 9 сентября прошлого года. Студенты соревновались в таких видах спорта, как волейбол и пляжный волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, бадминтон, дартс, стрельба из пневматической винтовки, шахматы и шашки. Лучшие результаты показали спортсмены Краснодарского кооперативного техникума, став лидерами спартакиады. Второе место досталось Белореченскому индустриально-технологическому техникуму, третье – студентам техникума «Бизнес и право». Победители были награждены кубками, грамотами и медалями. Илья Никитенко, новости спорта.